Спасибо огромное, Ольга. И через некоторое время мы вернемся с Ольгой в интернет-комнату. Точнее, Ольга вернется, я уже с вами. И хотел бы попросить вас услышать следующую вещь, что очень важна, вот Ольга так скромно чуть-чуть рассказала в отношении поддержки и суппорта. Сейчас очень большой коллектив уже начинает работу в отношении хелпдеска, поддержки, и действительно в этом продукте, как говорят все специалисты, на этой неделе, вы знаете, выступали специалисты в области маркетинга, в области интернет-маркетинга, и вот эта отличительная черта, вопрос, что есть поддержки и ответов. И, конечно же, когда мы говорим о различных языках, все вопросы, которые вы написали в чате, мы обязательно в конце озвучим, осветим, потому что это очень важная часть. И, конечно же, когда мы готовы проводить, в частности, Ольга, на английском языке, то есть компания запланировала мультиязычный, соответственно, этот продукт MasterDML. Это не просто Google переводчик, где будут переведены тексты, это продукт, который создан для американского рынка, поэтому этот период с начала июня месяца, когда он был задекларирован на дне праздники Тианде, этот продукт весь на английском языке. Кроме того, и сделан именно под американский и европейский рынок на англоговорящие страны. Кроме того, по поводу оплаты, может быть, возник такой вопрос, что говорилось о РБК Money. Как же тогда оплачивать людям из других стран? Я вам скажу, прекрасные сегодня, прекрасные оплаты идут из Европы, из Англии, из Латвии, как я говорил, уже из Чехии и, соответственно, из Болгарии, очень интенсивные покупки данных продуктов через платежные системы, через системы оплаты их платежных систем в данных странах и регионах. Ну что ж, что касается маркетинг-плана, то я буквально пройдусь по тем предложениям, которые сегодня есть, и обращаю ваше внимание. Вы знаете, так получается, что сегодня максимально людей из корпорации Тианде, и мы знаем точно, что через буквально короткое время презентации будут разделены на две части. Первая часть – это для консультантов Тианде, где будут слова, связанные с Тианде, с косметикой и многими, может быть, другими вопросами, которые связаны в нашем бизнесе. И отдельные презентации с отдельными слайдами, с отдельными материалами для предпринимателей. Понятно, что сегодня это предложение в рамках платинового пакета, который включает в себя максимальный пакет по своей начинке, по своей стоимости и, конечно же, по своему функционалу. Итак, 4 пакета предоставлены компании Silver, Gold, Рубиновый и Platinum. Вы видите, что в них входит, вы видите их составляющую, вы видите также и количество писем, количество рассылок и количество различных балловых наполнений и стоимости. Если говорить по отличию данных пакетов, то, как мы с вами понимаем, что первые 3 пакета, они заточены для консультантов Тианде. Каждый пакет имеет свою наполняемость, и на предыдущих презентациях я говорил, что для меня было большим удивлением пакет Silver, который на сегодняшний день инвестиция наша является 6000 рублей, и это буквально 500 рублей в месяц. И знаете, это продукт полностью подготовлен для тех людей, которые стесняются, которые ведут себя не очень пока уверенно в интернете. Это под ключ, бизнес под ключ. Это действительно вещи, которые уже не нужно задуматься, как, куда переставить. Это продукт, который будет разлетаться как семечки, и, конечно же, в отношении вот покупаемости. Хотя сегодня рекорд бьет пакет Platinum, это, конечно же, большие ожидания, большое видение тех людей, которые инвестируют 60 тысяч рублей, но со скидкой, как мы с вами знаем, 42 тысячи, и в следующем слайде вы это сможете увидеть. Поэтому 4 пакета Silver, Gold, Рубиновые и Платины вы можете приобретать и, соответственно, двигаться дальше. Кроме того, балловое наполнение, которое есть в этих пакетах, это
На самом деле, знаете, такое прекрасное баловое наполнение, которое, когда первый раз я увидел 10 числа, когда была первая презентация, я был очень-очень удивлен. Да, кстати, компания нам помогает и дает для внедрения определенный дисконт. Это время дисконта и скидки на определенное время, на осенний каталог от 10 до 30%. И вы знаете, это очень... хорошая экономия. Некоторые люди, которые предлагают пакет Platinum, был такой вопрос, а клиент сколько должен платить? Сегодня мы платим в стоимость рублях. Смотрите, стоимость рублях это 6, 12, 36 и 60 тысяч соответственно. Скидка, она временная, для того, чтобы каждый из нас мог попробовать, каждый из нас мог ощутить. А балловое наполнение идет в полный маркетинг. Компания T&D развивает те или иные направления, имеет один международный маркетинг, и имея один регистрационный номер ID, вы можете выполнять свой функционал и бизнес в разных странах, где работает компания T&D. А сегодня она работает, как вы знаете, в 11 странах мира. До конца года будут открыто еще дополнительно 8 стран европейских, то бишь 20 стран мы встретим в начале года, и это очень прекрасно и хорошо. Далее. Конечно же, скидки вы видите до 30 ноября, и мы с вами имеем возможность получить вот такой подарок и сделать себе от компании T&D. Балловое наполнение 250, 500, 1500 и 2500 баллов. Вы знаете, это что-то невероятное. Во-первых, мы знаем с вами, что 250 баллов – это лидерская активность. Мы с вами понимаем, что есть такие моменты, когда личный объем компания декларирует для просмотра максимального 3000 баллов. Я вам хочу сказать, что максимальное балловое накопление личного объема теперь не ограничено. То есть с точки зрения, если вы сделали 3000 баллов по продукту и 2500 по продукту Master DML в сумме, конечно, 5500, то вас, соответственно, вот этот тест и фильтр вы проходите. Поэтому нет никаких ограничений, есть лидерская позиция, которая, соответственно, каждый из нас выбирает. Как закрыть лидерские позиции? Смотрите, объявлена акция «Директор 30 дней». Сегодня у нас уже есть 3 человека, нет, 2 человека пока. Мы надеемся, что до конца месяца этот третий человек закроет ранг директора. Это означает, что люди закрывают сегодня с большей скоростью, люди закрывают с большей энергией и с большой эффективностью. С одной стороны, смотрите, пакет платин, 4 человека. Если в вашей жизни 4 бизнесмена, которым интересен этот продукт? Конечно же, есть. Вопрос, как только представить этот продукт, какой спич, какой, соответственно, скрипт сказать этому человеку, чем его заинтересовать. Заинтересовать, конечно же, не вопросами компании T&D, а вопросами его бизнеса, его выгоды и, конечно же, его ресурса. Если на сегодняшний день в вашей структуре есть или будут люди, то продукт, включая пакет Silver, он им необходим. Пакет Silver входит в стартовый набор, это как рекомендация. И, конечно же, если человек приходит в бизнес, вы сразу имеете возможность контроля, вы сразу же имеете возможность анализа и планирования. Это три необходимые вещи в нашем бизнесе, в любом бизнесе, чем бы вы ни занимались. Если вы занимаетесь финансовым, если вы занимаетесь бизнес-тренерством, если вы занимаетесь цветочным магазином и всеми другими видами предпринимательства среднего и большого, я вас уверяю, этот бизнес, этот продукт, конечно же, для этих людей. И балловое наполнение, варианты, алгоритм, четкий момент. Сегодня, когда человек приходит в бизнес, нужно понять, как выполнить и как дойти до той промежуточной цели, которая связана в балловом наполнении, а для наших новичков и партнеров это в денежном эквиваленте. И на данном слайде вы видите, как выполнить быстро директорский ранг. И, соответственно, в алгоритме, если взять первый пример Silver, 40 человек в структуре. Но ваша задача пригласить троих человек. Троих человек, которые пришли в бизнес, которые обучаемы, которые лояльны, которые и могут двигаться в сторону своих достижений и успехов. И помочь им с их помощью, с их желанием, с их действиями пригласить им еще трое. До третьего уровня, если вы посчитаете, вы в первом уровне 3, во втором 9 и 27, в вашей структуре будет всего 40 человек. 40 человек, которые приобретают для себя пакет Silver, и общий товарооборот, структурный объем вашей команды будет составлять 10 тысяч баллов и выше. Что это значит для вас?
Это означает, что вы получаете от 1000 долларов бонус и дополнительные премии, которые есть в нашем маркетинг-плане. Это означает, что за месяц вы достигли до определенного минимального лидерского ранга. Сегодня есть возможность сделать быстрый старт. Сегодня этой возможностью надо воспользоваться. И сегодня каждый из вас решает либо думать, раскачиваться, задавать вопросы, либо действительно брать и действовать. Как говорил на вчерашней презентации Олег, и знаете, сегодня наши сомнения иногда мешают нам для наших действий, поэтому решайте и принимайте решения. Далее, если говорить о технической поддержке и о промоушенах, о продвижении компании, то компания предоставляет прекрасную поддержку в виде акции. И акция всем по яблоку, потому что каждый человек, который работает с современными продуктами, с современными технологиями, конечно же, рекомендовано, я не скажу обязан, рекомендовано быть в тренде, как говорим мы в Master DML, и, конечно же, с наилучшими гаджетами и материалами. Это не потому что мода, это потому что сервис, предоставляемый такими продуктами, он необходим для нас с вами. И мы, каждый из нас может получить эту возможность. В течение сентября и октября месяца при наборе определенного количества яблок, а одно яблоко это... Если в пакете Silver говорить, это 2 яблока, если поговорить про пакет Platinum, это 10 яблок. Каждый человек, набирающий определенное количество яблок, получает заработанный ими тот или иной атрибут, либо iPhone, либо iPad, либо MacBook Pro. Знаете, включайтесь в акцию, включайте своих людей. При условии, когда мы выполняем определенное количество баллов, мы выполняем определенные квалификации. Первая квалификация в Америку, которая объявлена корпорации проекта Master DML. Знаете почему в Америку? Потому что сегодня компания предлагает нам увидеть все своими глазами. Сегодня мы много слышим про богатых людей, про великие корпорации, Microsoft, Google, Apple и все остальное. Мы увидим с вами это своими глазами. Запланируйте, приобретите, сделайте паспорт, приобретите чемодан, собирайте его, складывайте уже туда вещи, и каждый раз вы будете знать, что одно из яблок, которые вы туда положили, это есть часть достижения вашего промоушена голливудской мечты. И, конечно же, каждый человек, который участвует в этом промоушене, он участвует и в промоушенах корпораций, такие как квартирный вопрос, автомобильный вопрос, путешествия и все остальное. На занятиях, которые проходят в Москве во вторник и в пятницу, мы рассматриваем, как сделать быструю квалификацию, как сделать, соответственно, выполнить тот или иной промоушен. Как сделать матрешку успеха? Что такое матрешка успеха? Первое, это когда вы становитесь в ранг директора. Второе, это когда вы делаете накопительно за определенный период 150 тысяч баллов и едете в Америку. Третья матрешка, это когда вы накапливаете 450 тысяч баллов и получаете автомобиль. Далее матрешка, это квартирный вопрос и многие-многие другие. Конечно же, это же ваши ранги ежемесячные, это, конечно же, ваши бонусы. Поэтому, господа, включайтесь в промоушены, будьте в тренде и говорите об успехе, говорите позитивно и притягивайте тех людей, которые, соответственно, вам нужны в команде. Ну что ж, мы переходим к ответам на вопросы. И я попрошу Ольгу просмотреть вопросы в чате, потому что очень много технических вопросов. А я еще раз напоминаю, что у нас есть с вами эксклюзивная сегодня возможность задать вопрос, получить на него ответ. И, конечно же, понятно, что вопросы разные, потому что сегодня аудитория разная. Почему мы говорим на занятиях в Москве, которые проходят офлайн? Господа, мы сегодня с вами профессионалы или стремимся к этому быть в режиме офлайна для того, чтобы делать этот бизнес. Что такое Master DML? Это продукт, который позволит нам, как ракета, двигаться вперед. Это тот робот, который мы настраиваем для себя. Это тот ваш блог, сайт, визитка, страничка захвата и все остальное. Сегодня это не просто 3 в 1. Сегодня это продукт, который дает возможность вам использовать прежде всего для себя, по-любому для себя и для вашего окружения. Начните с себя, и, конечно же, каждый человек, который в вашем окружении, как Ольга уже сказала, просматривая те шаблоны, те ньюслейтеры, которые у нас есть, и поводы, они обязательно заинтересуются, и у вас есть повод с ними встретиться. Ну что ж, я передаю слово Ольге с большим удовольствием.
И какие-то вопросы, на какие-то вопросы, естественно, основные будет отвечать она. В отношении маркетинга и технологии продаж, скорее всего, буду отвечать я. Ну, конечно же, опыт у Ольги, продажи. И у меня большая просьба, Ольга, сакцентировать внимание на продажу, если вот такие вопросы я уже вижу, для предпринимателей. Смотрите, это очень важно. С одной стороны, когда мы видим, что этот продукт для консультантов T&D и для предпринимателей, но тем не менее, каждый человек думает, а где здесь для предпринимателей? Сегодня здесь там 100-200 шаблонов для предпринимателей. Когда же будет несколько тысяч? Знаете, господа, этих десятков и сотен шаблонов достаточно для того, чтобы человек с оборотом там, от 5 до 10 миллионов рублей в месяц или от 200 до 300 тысяч долларов с товаробортом, этого предостаточно. Итак, я предоставляю слово Ольге. Ольга, пожалуйста, и давайте пройдемся по вопросам. Ольга. Меня слышно нормально? Запишите плюсик, пожалуйста, если слышно. Ага, все, отлично. Значит, как настроить автоматическое вписывание имени по адресу? Когда вы добавляете список контактов в систему, обращайте внимание, что если там есть поле имя, фамилия и имейл, они должны быть заполнены, тогда этот список подходит для персонализированных обращений. Тогда в шаблоне у вас есть там уважаемый и дальше такое contact first name, то есть оно уже вписано в шаблон. Вот когда вы видите вот это динамическое переменное contact first name, значит туда будет подставляться имя. По этому пункту будет дополнительная еще информация, как бы на видеоуроках. Но на самом деле шаблоны сейчас все T&D подготовлены под персональное обращение, только правильно заполняйте контакт в списке. Как вписать адрес скайпа, выдает отсутствовать связанное приглашение для данного расширения? Елена, этот вопрос обратитесь, пожалуйста, в поддержку. Такая проблема не должна возникать. Возможно, у вас просто как-то настроен специфический скайп на машине. Напишите, пожалуйста, написать нам в системе, и вам техническая поддержка обязательно на этот вопрос ответит. Какие ресурсы, кроме YouTube, можно использовать для кнопки «Скачать файл»? Вы знаете, в принципе, любые. На самом деле, кто-то из вас Dropbox использует, кто-то хочет там ссылочку, например, разместить где-то на каком-то файловом обменнике файлик, кто-то на Google Drive, кто-то хочет просто на свою... Любые ресурсы вы можете привязать для кнопки «Скачать файл». Кстати, обратите еще внимание, эта кнопка «Скачать файл», выше на самом деле в системе встроена есть редактор кнопок. То есть вы можете сделать два клика мышкой и попасть в редактор кнопок. И если вы хотите там написать не скачать файл, а просмотреть мой профиль в LinkedIn, или там написать мне, или позвоните мне, или еще там что-то, любой параметр, вы можете просто написать, текст на кнопке поменяется, и вы привязываете ссылочку. Каким файлом можно привязать вставленные дополнительные кнопки? Да вот как я и сказала, на самом деле к любым. Кнопки – это привязка к ссылкам. То есть все, что находится в интернете, вы можете привязать на кнопки. Как ставить свое видео? Только через YouTube? Да, видео вставляется только через YouTube на данном этапе. Мы думаем, что мы будем поддерживать еще какие-то обменники. Я уже на предыдущих вебинарах, когда мы имели возможность пообщаться, объяснила, но еще раз расскажу. Мы не видим пока что экономической целесообразности делать функцию сохранения видео у нас на серверах, потому что это большие инвестиции, которые сейчас лучше инвестировать вот именно в бизнес-возможности, то есть как бы логично использовать уже хорошие ресурсы, которые сейчас есть. YouTube – это многомиллионный бизнес, в котором есть суперсервера, в котором есть супервозможности трансляции. Мы же вот сейчас как бы модный тренд в интернете – агрегация.
Зачем изобретать велосипед, если можно что-то использовать? YouTube мы используем. Он качественный, он проверенный, и большинство пользователей могут туда загрузить файлик. Поэтому сейчас YouTube. Если же у кого-то будет пожелание, чтобы поддерживать еще какие-то хранилища для видео, пожалуйста, кнопочка «Написать нам», обращайтесь, будут систематизированы. Мы постоянно анализируем требования пользователей, будут систематизированы, сделаны определенные выводы, и продукт будет усовершенствован. Очень мелкий текст в шаблонах при увеличении нечеткости текста. Елена, не знаю, я, если можно через кнопку «Написать нам», напишите, пожалуйста, свой аккаунт, в свою учетную запись или номер контракта и имейл в системе. Еще раз прокопируйте ошибку, мы посмотрим. На самом деле текст в шаблонах не мелкий, а стандартный. Хотя, если вам нужно его увеличить, вы просто выделяете весь текст, и в редакторе текста там есть возможность выбрать размер текста. Можете себе его увеличить. Виктория, на каких языках есть шаблоны? На данном этапе система русскоязычная, как уже сказал Игорь Валерьевич, но она разработана сразу с учетом многоязычности, просто запуск всегда проще делается на одном языке. То есть, если все будет хорошо, уже к концу октября, где-то начало ноября, где-то, наверное, вот где-то в этот период минимум, но уже в очень скором будущем будут шаблоны на других языках. Вообще в планах система должна работать как минимум на тех же языках, в которых работает сейчас личный кабинет, и я думаю, она будет расти и усовершенствоваться. Есть ли автоматическая серия писем? Автоматическая серия писем сейчас возможна только по планированию, то есть можно запланировать на определенную дату и время отправки. Если же вы имеете в виду автоматическую серию на первый день, третий день, пятый день с момента получения контакта, это функциональность в плане, но я не готова сейчас сказать, когда она выйдет и как она будет работать. Юрий, где взять эти слайды? Я думаю, Юрий, что все слайды, которые будут полезны, которые мы представляем на вебинарах, будут дальше размещаться вот на сайте YouTube Tianda Channel, который уже указал сейчас Николай несколько раз в чате. Вы можете его скопировать, эту ссылочку, обязательно на нее заходите почаще, там будут появляться новые материалы. По какому телефону? Я уже говорила, что по телефону задавать вопросы пока что нельзя, можно только писать. Как переходить с тарифа на тариф? Важный момент, спасибо, Светлана, за вопрос. Вы можете, конечно же, зайти потом в личный кабинет и купить другой тариф. Но сейчас, учитывая определенные технические ограничения, которые связаны с периодом запуска, если вы купили Silver и потом захотели перейти за Platinum, или там на Ruby, или на какой-то другой тариф, вам придется заплатить снова полную сумму, ну, с учетом скидки, конечно же, за новый тариф, но эти деньги не пропадут, они будут учтены дальше, вот буквально за несколько месяцев, когда будет уже настроен личный баланс, тогда вы сможете использовать эти деньги для дальнейшей оплаты. Спасибо, спасибо, спасибо вам тоже, я была очень рада с вами пообщаться, так читаю дальше. Ольга Буйносова. Ольга, очень нужна специфика продажи внешней бизнес-нета пакета Platinum. Хороший вопрос. На самом деле, я думаю, что этот вопрос достоин отдельного вебинара, и, возможно, мы об этом подумаем. Игорь Валерьевич, наверное, меня поддержит, потому что по продаже внешним бизнесменам здесь нужно рассказывать о другой специфике, о функциональности. Хотя, если так в общих чертах, то понятно. Что такое пакет Platinum? Пакет Platinum – это прежде всего доступность к дизайн-шаблонам, которые специально разработаны для разных отраслей. Сейчас есть 7 отраслей бизнеса, которые разработаны и поддерживаются. Но на самом деле шаблоны настолько универсальны, что их может использовать любой бизнес. Есть встроенный редактор, которого нету ни в одной сейчас системе, присутствующей на рынке России по email-маркетингу. То есть редактор, который современный, который очень удобный, который простенький, который позволяет работать с этими шаблонами очень быстро. Есть функциональность управления рассылками, есть аналитика. То есть вообще, если мы говорим о пакете Platinum, на самом деле это тот же функционал, только с акцентом не на то, как использовать в работе консультанта, а с акцентом вот на техническую сторону, на то, что эта программа, она действительно очень сильно, она может помочь при ведении email-маркетинга любому бизнесмену. Игорь Валерьевич, если вы хотите, можете подключиться ко мне по пакету Platinum.
Спасибо, Ольга. Действительно, по пакету Platinum, как задан вопрос от Ольги Буйносовой, готовится компания специфика, точнее техника продаж, специальный тренинг, потому что каждый человек понимает, что прийти к бизнесмену – это другой уровень и другие потребности, и позиционирование продажи пакета Platinum для предпринимателей имеет определенную специфику. Что касается самого пакета, вот Ольга уже сказала, что есть ряд поводов ньюслеттеров, но действительно, когда каждая компания, самоуважающая себя, есть определенный пакет и брендбук каждой компании, и из брендбука подтягивается и название компании, и логотип компании, и точно профессиональные фотографии, которые есть у каждого, у каждой компании, у каждой отрасли и все остальное. Поэтому, когда мы заглядываем в пакет Platinum, люди видят, как уже сказали, ряд поводов, ряд индустрий, но на самом деле невозможно написать, допустим, там 350 направлений индустрий, кто-то занимается цветочным, кто-то занимается там другим бизнесом, это все возможно. Но 100% согласны, что продажа дорогих продуктов – это другая продажа, и, конечно же, так, прошу прощения, напишите, меня слышно или меня не слышно, еще раз, мы вернемся. Будьте добры, напишите, меня слышно? Ага, спасибо. Вот, поэтому, отвечая, продолжая, не знаю, на какой момент связь, мне пишут, что меня не стало слышно. Вопрос Ольги Буйносовой по подготовке специального семинара, подчеркиваю, специального семинара для клиентов Platinum. То есть это два уровня будет обучения. Это первое, как продавать пакет Platinum. И как вести клиентов в продаже Platinum, потому что это две разные задачи, и, конечно, они должны, соответственно, быть разделены. Поэтому спасибо за этот вопрос, мы будем готовиться, и компания будет предоставлять те или иные возможности. Так, следующий вопрос, сейчас я вернусь к вопросам. В бэк-офисе есть тарифы. Да, конечно же, уважаемые партнеры, уважаемые гости, вначале я говорил, знаете, вот тот канал YouTube, который предоставлен Николаем, большая просьба, просмотрите слайды, просмотрите вебинары, прослушайте вебинары, просмотрите и прослушайте видеоуроки, которые подготовлены Ольгой. Это настолько профессионально, как выбрать пакет, как оплатить, как работать в нем. И рекомендовано, во всяком случае, в Москве мы так решили, что если человек не просмотрел 2-3 раза, приходить на обучение, и он просто не будет допускаться. Знаете, отвечать на вопросы, которые можно найти ответы в прямом доступном пространстве, да, в доступе. То есть для чего делается ссылка? Для того, чтобы вы могли прослушать, для того, чтобы могли сформировать вопросы, написать. И действительно, как показала практика, прослушав 2-3 раза, а может быть даже там и 4, 5 отвечают, приходят ответы на вопросы, потому что реально преподаватель в видеоуроках уже отвечает на многие-многие вопросы, которые у нас с вами возникают. Можно ли перейти с одного тарифа на другой? Людмила, можно перейти на сегодняшний день, вот прямо сейчас перейти нельзя. Это планируется, и как вы слышали уже от Ольги, в разработке, это в таких горячих вопросах, и сегодня вы приобретаете пакет, и этот пакет привязан к номеру консультанта. В дальнейшем покупка пакета Platinum будет не привязана к регистрации через tiandei.ru, будет прямая покупка, и для этого не нужно будет регистрироваться. На сегодняшний день вы берете пакет. Если вам необходимо другой, то вам нужно зарегистрировать нового человека. Дальше, в сервисном центре могут оплатить. В сервисном центре, если говорить про какой сервисный центр в Туле, может быть, надо спросить. Если говорить про дилерский центр в Москве, то действительно вам в каждом дилерском центре
корпорации Тиандэн, вам помогут, есть специалисты, которые специализируются и вам помогут оплатить. Если вы приедете в Москву во вторник или в пятницу, мы это сделаем. Кстати, как было сделано в этот вторник, прекрасно, одна бизнес-леди изъявила желание тут же приобрести пакет, и в режиме онлайн была регистрация, была покупка, были вопросы, были сложности, и причем эти сложности были решены также в режиме онлайн в поддержке, потому что действительно много может возникать вопросов. Еще раз напоминаю, это финансы, это электронный продукт, и РБК Money – это легальные компании платежных систем, и просто так относиться к нашим действиям или к нашим, соответственно, шагам нельзя. Начиная с регистрации, рекомендовано корректно заполнять свои фамилии, имена, корректно заполнять электронную почту и, конечно же, другие данные, потому что в будущем это все привязано либо к вашим платежным системам с точки зрения оплаты карт, или же тех людей, которых вы к этому приглашаете и в вашу помощь. Поэтому вопрос... Да, платите, мы вам поможем. Галина Матюнина, если это наш эксклюзив, что делать, если сетевик другой компании захочет приобрести данный продукт? Ну, отлично, Галина, если клиент или ваш знакомый захочет приобрести данный продукт, порадуйте его и послушайте. Здесь не проблема, что там написано какие-то шаблоны Тиандэ. Это вопрос сервиса, знаете, и компания Тиандэ, и корпорация сейчас совместно с производителями готовят отдельные шаблоны для сетевиков, если мы говорим про сетевиков, чтобы это было нейтрально. Сегодня каждый хочет, чтобы были его данные, чтобы были данные его компании. Прекрасно! Если он будет пользоваться сервисом, смотрите, он будет пользоваться сервисом, который вы предоставляете, а все вот внешние картинки, логотипы и все остальное, это так же, как предприниматель. Чем отличается предприниматель компании X от предпринимателя, у которого там шоколадница или кофе-хаус, или может быть какая-то другая система? Да ничем. Он также вставляет свой логотип, свои фотографии, свои материалы. И, простите, нигде в рассылке не видно, что это компания Тиандэ, потому что у него пакет эксклюзивный и эксклюзивные, соответственно, шаблоны и все материалы. Поэтому... Он купит у меня, хорошо. Ольга, пожалуйста, ответьте на вопрос. Не получается отправить ньюслейтер. Пишет, что нужно отправить текстовое сообщение за текстовым сообщением и как его отправить. Ольга, будьте добры, ответьте на этот вопрос. Так, Ольга попросила буквально одну минуточку, она уточняет, что это за вопрос у вас, Галина. Вот. Могу ли я в программе Gold разместить свое фото? Да, конечно, вы можете разместить свое фото, вы сможете в настройках это сделать. Так, далее, значит... Где можно посмотреть предыдущие уроки по продукту? Значит, по продукту вы сможете посмотреть по той ссылке, любовь, которую прислали на ваш запрос. Следующий вопрос Николая. Вот он отвечает точнее вам. Если неправильно написали e-mail, да, что нужно сделать? Вам нужно изменить в профиле. Но смотрите, здесь два e-mail. Вы могли написать либо свой неправильно, Долипина госпожа, либо, соответственно, неправильно написали e-mail своих клиентов, партнеров, родственников и все остальное. Первый и второй файл, точнее исправление, возможно, как исправление своего e-mail и исправление e-mail ваших клиентов. Правильно ли я понимаю, что функционально в скором времени будет
заменять Smart Responder. Но я прошу на этот вопрос ответить Ольгу, но вы знаете, лично я пользовался до сегодняшнего дня и в командных многих мероприятиях Smart Responder. Прекрасная программка, все отлично, но для того, чтобы в ней работать, действительно, как сказала Ольга, нужно было нанять специалиста, и мы в конце концов такого наняли, потому что разбираться было очень сложно, сложно и непросто, но тем не менее, взяв оптимально за приемлемые деньги программу Smart Responder, еще дополнительно оплачиваем порядка 1000 евро человеку, который разбирается, собирает, и специалист, как уже вы слышали, во многих направлениях. И я передаю слово Ольге для того, чтобы она прокомментировала этот вопрос и ранее. Спасибо. Ну, что-то вот какие-то моментики, но бывает все, сейчас я точно уверен, что Ольга все это сделает. Итак, Александр Потеруха спрашивает, почему такая немалая цена на Gold и особенно Platinum? Ну что ж, Александр, для вас, для именно, индивидуальный ответ, Александр, для вас такие цены в той области, где вы работаете, в шоу-бизнесе, с бюджетами сотни и другие тысячи евро. Ну что ж, давайте посмотрим, действительно ли это дорого или мало. Что называется дорого или мало, это уже вопрос. Ага, вот мне подсказывают, что уже отвечали на этот вопрос, но я все-таки, если позволите, свое мнение, я передам, Ольга, вам слово. Знаете, Александр, вопрос, что вы получите на выходе. Когда в данной индустрии, в вашем бизнесе, в шоу-бизнесе, а это человек, который занимается крупным шоу-бизнесом, с прекрасными клиентами уровня национальных и, я сказал бы так, государственных проектов, когда клиенты получают результат, это самое главное, Александр. И если вы разделите на 12 месяцев, если вы даже учтете нашу скидку, я 100% уверен, что это копейки для тех результатов, которые, соответственно, их ожидают, и для тех возможностей, функционала, которые есть. Ну что ж, Ольга, еще раз, пожалуйста, вам слово. Значит, относительно того, чтобы поменять параметры имейла и так дальше, если у кого-то возникают какие-то проблемы, надо поменять имейл, почему-то что-то не входит. Еще раз, www.masterdml.ru. Вы заходите